Впереди длинные каникулы, и нужно столько всего успеть посмотреть. Ну и, кстати, это отличная возможность для того, чтобы притвориться принцессой Египта или же величайшим шоуменом. Ну а может быть и вовсе увидеть чудо-юдо. Но давайте обо всем по порядку. У меня была мечта. Собрать лучшую команду и, совершив невозможное, стать олимпийскими чемпионами. С этого дня сборный новый тренер. Тренер – это для спортсменов не только наставник, но и мать, и отец. А в данном случае еще и человек, сумевший вселить такую уверенность в спортсменов, что они обыграли несокрушимую команду Америки по баскетболу. Да и где? На Олимпийских играх. За реализацию реальной спортивной драмы взялся автор первой российской катастрофы «Метро» и студии Никиты Михалкова. Последние в свое время подарили нам «Легенду номер 17». И именно с лаврами этой картины сравнивают потенциал нового спортивного фильма. Помогает тут и сильная история, и Владимир Машков в главной роли. Ну а что еще? Посмотрите сами сегодня в кино. Дед Мороз? Не может быть! Докажи! Чудеса! Дед Мороз! Настоящий! А сережки можно? Пиши. Сережки яхонтовые. Чего они, интересно, там понаписали? Известно чего. Меч дамасской стали, булаву и 12 византийских дротиков. Думаете, дротики забыли? Предновогодняя суета продолжается даже в сказочной стране. Но внезапно жен самых настоящих богатырей похищают. И теперь нашим бравым парням нужно спешить, чтобы вызволить своих любимых. Для этого они отправляются не в лес, а в Египет. Новые приключения богатырей продолжают известную серию. И, пожалуй, это один из лучших подарков для ребятишек в праздничные дни. Тут и шутки, и смелые герои, и даже изучение истории. Не пропустите уже сегодня. В некотором царстве, в некотором государстве... Короче, Иван, я царский сын. Глаза вылупил и молчит, как истукан. Влюбился Иван, но безответно. А тут еще как назло... Появилась на границе нашей страшной чумы. Я, царь-батюшка, готов отчизне послужить. Чудо-юду найду и победу одержу. А вот еще один мультфильм о храбрости и героизме людей в русских селениях выйдет на экраны 1 января. В центре сюжета Иван-царевич, который вечно попадает в переделки. Но сердце у него доброе, так что всегда спешит на помощь. И каждый раз встречается с самыми разными героями старых сказок. Центрального персонажа озвучил Антон Макарский. А вот кто озвучил его возлюбленную и каким голосом говорила Наталья Медведева за «Чудо-юдо», услышим на больших экранах с 1 января. Не такую жизнь я для вас представлял. Я обещал окружить тебя магией, волшебством. Посмотри на наших девочек. Больше мне ничего не нужно. Если бы все ваши мечты сбывались, чего бы вы пожелали? Льва и слона. Или трехметрового великана. Девочки, кажется, у меня идея. Хорошие идеи часто поначалу кажутся бредом, но когда вокруг тебя люди, которые верят, дело спорится. Фильм расскажет о жизни американского антрепренера Финеаса Тейлора Барнума, который смог организовать один из популярнейших бродячих цирков 19 века. Кстати, мечта сбылась и у актера, его сыгравшего. Ведь Хью Джекман мечтал о роли в этом фильме с 2009 года. Картина уже получила 3 номинации на «Золотой глобус» грядущего года. Это при том, что в режиссерском кресле дебютант большого кино Майкл Грейси. Но когда тема о преодолении всех преград и достижений своей мечты, все непременно получается. Не пропустите «Заряд вдохновения» с 4 января в кино. Кино, конечно, способно создавать магию, но и ваша фантазия при этом будет отличным помощником. Мечтайте, радуйтесь, влюбляйтесь и проживайте каждый свой день с толком, особенно четверги, ведь именно в это время программа «Утро на Енисей» с радостью рассказывает вам о самых громких кинопремьерах.